была неплохая, как бы. Единственное, что первый раз здесь, еще не привыкли к сетке, как бы, еще надо чуть-чуть потренироваться. А так, в целом, игра была неплохая, как бы, есть косяки, есть моменты, которые хорошо прям получились. В основном я горжусь своей командой, и все получилось прекрасно, замечательно. Выиграли. Это очень интересная игра. Уже прошла первая игра в этом сезоне нашей группы. Понравился зал, интересная идея собираться и ездить друг к другу. Детям очень интересно, они заразились сразу такой идеей выезжать в разные уголки нашей области и попробовать себя поиграть с другими командами. Первая игра — это всегда, ну, волнение какое-то, вот, знаете, дрожь в руках. Особенно новый мячик, ну, с ним как-то непривычно играть. Но в целом мы справились достаточно, ну, отлично, я бы сказал. Ну, было весело. Надеюсь, ребята в следующем году, ну, покажут результат лучше. В принципе, игра была очень трудной. Мы сначала выиграли первую партию, проиграли вторую, но собрались и забрали третью. На моей памяти, я уже второй год играю в локобол, это была самая трудная игра для нашей школы.